Дорогие москвичи, дорогие жители Гагаринского района, соседи. Меня зовут Григорий Толкачев, я являюсь муниципальным депутатом Гагаринского района. Год назад мы с вами победили на муниципальных выборах. Мы взяли 12 мандатов из 12 в Совете депутатов Гагаринского района. Это сделали мы с вами и вы с нами, наши соседи. Данная победа была бы невозможна, если бы мы до этого много лет не сделали бы огромные шаги в контроле за выборами. Если бы мы не ходили наблюдателями на выборы, если бы мы не ходили в избирательные комиссии с правом решающего голоса. В ближайшее время, 10 октября, в Москве начинается важнейший процесс формирования нового состава участковых избирательных комиссий на следующие 5 лет. Крайне важно уметь не только агитировать на выборах, но и защищать свои голоса. Пожалуйста, найдите сайт гражданина-наблюдателя, зайдите на него и запишитесь в члены вашей избирательной комиссии. Не дайте украсть ваши голоса, приходите сами их считать. Спасибо.